Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardReset.info, перед нами Xiaomi Redmi 10, и в этом видеоролике мы вам покажем, как включить или выключить автояркость на данном устройстве. Для этого мы по правой стороне от камеры свайпаем вниз и видим здесь ползунок регулировки яркости, а слева видим вот такой вот значок «А». Если этот значок горит серым цветом, вот как сейчас, значит автояркость выключена. Если сделать, чтобы он горел вот таким вот синим цветом, а фон был белым, значит автояркость включена. Также это можно еще настроить в настройках. Для этого мы заходим в настройки, выбираем пункт «Экран». Дальше у нас здесь есть яркость и также есть автонастройка яркости, которую можно включить или выключить. Больше видео о данном девайсе ищите у нас на канале. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк и всего хорошего. До свидания.